пусть жизнь кратка, так быстротечна, и что ушло нам не вертать, ее труд будет эхом вечным в сердцах и голосах звучать. Валентина Николаевна была очень волевым преподавателем, человеком, который дала возможность чувствовать, слышать и слушать каждую вокальную гармонию. Великой памяти. Она знала обо мне почти все. Вот такие были доверительные отношения. Это не просто педагог. Это что-то большее. Родное. И она очень здорово общалась с молодым поколением. То есть она, мне кажется, сама была в душе молодой. И это всегда было заметно, это всегда чувствовалось. От нее действительно било огромной энергией, позитивом, счастьем. И мы сами заряжались от нее этим всем. И, конечно, нам это очень помогало по жизни. Она всегда говорила: «Я живу вами». А мы все всегда отвечали ей взаимностью. И я думаю, что все, кто занимался, кто занимается, это прекрасный след оставит в жизни любого нашего воспитанника. Мы ее очень любим и будем всегда хранить в душе о ней память. Для меня Валентина Николаевна была не просто педагогом, не просто учителем с большой буквы. Она была для меня как бабушка, как вторая бабушка, как родной близкий человек. И ее уроки для меня это были не просто уроки вокала, это были уроки жизни. Были моменты, может быть, что-то не получалось, хотелось уйти. Но в результате все равно Валентина Николаевна находила такие слова, такие моменты, что все равно хотелось продолжать дальше работать. Спасибо ей за каждый музыкальный урок, за каждую ноту, за каждую песню. Память о Валентине Николаевне будет жить во мне всегда. Настоящий профи своего дела – это ижевский организатор. И в то же время это очень чуткий, внимательный человек, с которым всегда можно было поделиться наболевшим, который поддержит и утешит. Несколько лет я хотел заниматься вокалом в каком-нибудь коллективе. Я хочу сказать спасибо Валентине Николаевне за то, что она помогла осуществиться моей мечте. Валентина Николаевна не только педагог прекрасный, она еще и человек такой, что она стала как бы другом для многих и бабушкой для наших детей. Это тоже очень важно. Ее умение сплотить коллектив, и все стали сейчас просто друг другу родными людьми. Ее потеря для меня была очень сильной и тяжелой. И хотелось бы ей сказать огромное спасибо, что вложила в нас столько добра, любви к музыке, к творчеству, к порядку. Огромное спасибо и низкий поклон за все. Я думаю, что Валентина Николаевна была бы рада, что дело ее жизни продолжается под руководством ее дочери Черноусовой Ирины Вячеславовны. Более 20 лет тому назад моя мама создала вокальную студию «Эхо». Для себя я определяю задачу коротко, но ясно – сохранить, продолжить и приумножить эти достижения. Я думаю, находясь там, наблюдая за нами, она будет только нами гордиться, а мы, в свою очередь, ее не подведем. Для меня это любимое дело – успеть приготовить как можно больше учеников, чтобы они как можно больше от меня получили, естественно, как можно больше им отдать, чтобы они что-то бы взяли для себя в жизни.